Привет, меня зовут Лаврова Светлана, я дипломированный психолог-психоаналитик со стажем более 20 лет. Я вас приглашаю на глубокий ретрит «Действительность меня», который состоится с 17 по 22 июня в Сочи, в великолепном ретрит-центре, который вас просто не оставит равнодушными. Мы с вами проработаем базовые настройки в питании, психологические зажоры, чувство вины, обиды и непринятия, психосоматика заболевания. Ни одно заболевание просто так не приходит в вашу жизнь. Каждое заболевание – это философия вашей жизни, и оно определенно вам нужно на данном этапе вашего пути. А вот для чего оно вам нужно, мы, конечно же, это разберем. Мы копнем настолько глубоко, насколько вы позволите самому себе это сделать. Конечно же, мы поговорим о психике, вкусах, запахах, что они нам дают, почему нам хочется есть, а не вдыхать ароматы, что с нами происходит в этот момент. Хотите узнать? Присоединяйтесь. Я вам расскажу, что такое воплощение из мечты в реальность, почему наши желания не исполняются, что работает не так, что я делаю не так. Вроде бы все так, как описывали. Но у одних работает, а у других нет. У всех работает, а у меня нет. Я вам расскажу, что такое желание и почему они у вас не работают. И как сделать так, чтобы каждое ваше желание обязательно сбывалось. Это просто. Просто это надо знать. Конечно же, мы с вами прорисуем нейронные связи. Это выход на новый уровень самого себя без проживания тяжелого опыта. Да, и такое тоже бывает. И мы это с вами обязательно сделаем. Конечно же, психоанализ. Как без него? По психоанализу я разберу вас просто по косточкам. Но это нужно вам. Для чего? Для того, чтобы вновь собрать себя. Собрать себя таким, с которым вам будет комфортно, с которым вам будет свободно, с которым вам будет хорошо в любой момент, каждую секунду вашего времени. И это клево. Ну куда нам без гвоздистояния? Гвозди, да. Это выброс на новый уровень. Это те состояния, которые не все проходили. И гвозди, конечно же, бывают разные. Постановка на гвозди у каждого мастера своя. У меня, наверное, она идет из глубины самого себя. После того, как мы вас будем разбирать в этом процессе, я вас буду ставить на гвозди и убирать те зажимы, которые вам мешали какое-то ваше время. Оно может быть долгим, может быть совсем коротким, но обязательно, обязательно оно вас тянуло куда-то вновь и вновь, непонятно куда и почему это все не получалось. Мы вытащим эти зажимы, вытащим через гвозди, вытащим через психику. Обязательно это сделаем. Попробуйте. Мы из подсознания в сознание вытянем те вещи, которые будут работать на уровне осознания. И это абсолютно другие процессы. И, конечно же, если вы хотите увидеть нового себя, собрать новое состояние самого себя, как в физическом, так и в психологическом плане, если вы готовы полностью распрощаться с той жизнью, которая была у вас до этого ретрита, то я вам помогу. Прежним ты уже не будешь никогда. Ты будешь сам собой. Уже никто не будет над тобой тебя контролировать. Никто не сможет сказать тебе сделать то, чего ты не хочешь. Потому что ты четко будешь знать, что твое, а что не твое. Ведь ты станешь истинным собой. И это абсолютно другие ощущения. Присоединяйся. Я жду тебя.